Председатель Госкомитета по национальной безопасности Камчыбек Ташиев встретился с жителями Узгенского района в поселке Куршап. На встрече присутствовало более 5000 жителей. Камчыбек Ташиев отметил, что важный пункт при обмене территориями – учет интересов обеих стран и Кыргызстана, и Узбекистана. Та гора Үңгүрто, которая являлась предметом постоянных споров, перешла к Кыргызстану. Также глава ГКНБ рассказал и о других условиях обмена. В 1956 году приблизительно 16 тысяч гектаров Гавасая перешли к Узбекистану. Половину из них теперь узбекская сторона отдает нам. Но взамен у нас попросили Кемпир-Абад. При его строительстве был двусторонний договор, согласно которому село Бюргенду должны были обеспечить водой. Но этого не сделали. Это мы и делаем сейчас. В обмен мы попросили 8 тысяч гектаров Гавасая. Были многочасовые споры. В итоге мы пришли к обоюдному согласию. Они хотели построить канал, но для нашей страны это не имело большой актуальности. И мы попросили эту землю. Мы взяли участок, которого хватит жителям 5 сел для пастбищ. Как отметил глава ГКНБ, сотрудничество с соседними странами поможет также не только решить приграничные вопросы, но и помогает оживить работу КПП. Ряд ранее закрытых пунктов пропуска возобновит свою работу. С 1 апреля мы открыли два поста – Кайтпас и Өтүкчуд. Но только для граждан в дальнейшем планируется открыть еще посты в Карасу, Бегабате и Интымаке. Сейчас идут переговоры по открытию поста в Кинсае. Сюда из Намангана будут поставлять фрукты и овощи. Также пост Сейдитум будет открыт для туристов. Как отметил глава ГКНБ, в Кыргызстане будут реализованы три крупных проекта по рациональному использованию воды. Будет построено водохранилище на реке Козу-Баглан в Баткенской области. Старт строительства намечен на следующую весну. Мы планируем построить водохранилище в Лейлеке. Аналогичный проект реализуется на реке Джазы. Таким образом, поливной водой будут обеспечены многие засушливые участки. Камчыбек Ташиев отметил, что ни одно решение по границе не будет приниматься без учета мнения кыргызстанцев. Добавив, что по просьбе местных жителей водохранилище трогать не будут. Вместо этого будут искать другие варианты обмена. Кемпир-Абад никуда не переходит. Я все чувствую, все знаю. Я вырос среди вас в многодетной семье. Поэтому каждое ваше мнение для меня важно. И все будет учтено. Местные жители данным сообщением были удовлетворены. Те, кто в течение недели выступал против передачи водохранилища, сказали, что разберут юрты, которые установили неподалеку. Обещания были даны на глазах у стольких людей. Мы надеемся, что все будет сделано. Мы уезжаем, но выразили свое желание. Мы благодарим за внимание и надеемся, что обещания будут выполнены. Планируется, что 10 мая в Бишкеке состоится очередной раунд переговоров Кыргызско-Узбекской межправительственной комиссии по делимитации и демаркации границы. Гүлжан Румат, Зайжан Турдумуматова, Нурболтан Пекулу, ЛТР, Узгенский район.